Целый цикл мероприятий, посвященный 85-летнему юбилею нашей землячки поэтессы Галины Веговой, был проведен в нашем городском округе. Участниками становились односельчане, школьники, члены клуба любителей поэзии. Городское литературное объединение при поддержке администрации села Филатовского провели в день ее 85-летия большое мероприятие, которое стало заключительным аккордом всех юбилейных торжеств. Село Филатовское, где поэтесса Галина Вегова жила в 60-е и 70-е годы прошлого столетия, стало для нее родным. Просторам и красотам села она посвятила многие свои стихи. Поэт и песенник Александр Эйрих переложил многие из них на музыку. На сцене один творческий коллектив сменял другой. С праздником сельчан и гостей, в том числе которых была и родственница поэтессы, поздравили начальник управления культурой Сергей Ефремов и глава сельской администрации Владимир Качусов. Глава зачитал присутствующим постановление о присвоении Филатовской сельской библиотеке имени замечательной поэтессы Галины Веговой.